Петрозаводск присоединился к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Главной площадкой стала городская библиотека имени Гусарова. В ней книжными подарками обменивались под звуки кантеля. Среди книг, подаренных библиотеке, издания на национальных языках. В библиотеках не боятся, что спрос на такие книги пропадет. Главное – заинтересовать ребенка и доступно рассказать, о чем книга. Иллюстрации, да, имеют значение, особенно в детских книжках. Мы с удовольствием ребенку подскажем, где, куда пойти, где получить этот язык, расскажем, что за язык, откуда корни идут. Это действительно может работать. Большинство книжных даров станет частью библиотечных фондов, остальные будут распределены между социальными учреждениями Петрозаводска. Прямо на встрече книги передали в городскую детскую больницу. Там они особенно востребованы. Годы проходят, книги остаются, печатное слово будет всегда, и печатное слово всегда будет ценно. Присоединиться к акции «Дарите книги с любовью» петрозаводчане могут до 16 февраля. Но принести книги в библиотеку можно в любой день. Ведь не зря говорят, что хорошая книга – это подарок, завещанный автором человечеству.